Ну что, ребята, без труда не выловишь рыбку. Очень хочется в дальние места за грибами. А половодье размыло все мосты по новой. Колдуем. Ну, потеряли некоторое время, но получилось. Более-менее так. Накидали дровишек всяких. Сейчас свяжем проволочками. И будем пробиваться дальше. Заповедным местам в надежде, что там есть грибочки. До новых встреч на переправах, на речных. Пацаны, мы пробились в лес, ищем грибы. А что надо для похода для грибы? Нужна хорошая рубашка такой гавайский и хорошее настроение. И чистое небо такое, ну не очень чистое, но красивое такое. А еще нужен хороший напарник и удача. И смотрите, 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 какой он лужайка нашел. Ну хоть тетя Оля, скажи, что думаешь по поводу грибов? Вообще она сияла просто. Ой, и пахла. Таких и мы еще не видели сегодня. Ну, сегодня не видели таких. Видишь, мы собрали эти мелкие, всякие мелкие собирали, да. Молодежь. Ну, уже крупняк эти считались. Есть. Очень крупные, да? Да? Очень. В основном мелочь. Мы оставляем мелочь. Ой. На развод. А тут пришли такую полянку, видите, они аж подсыхают. Лопухи это. Прям как. Лопухи, тетя Оля говорит, прям она. Динамит говорит, заколебали вы своими грибами, но мы все равно нарежем эти грибочки и что-нибудь вкусное из них. А, слюнки текут уже это. Вот, пожарим, да? На маслице, да? Пожарим на масле с чесночком. Хе-хе-хе. Едем домой. О, таймер сам выскочил. Боится он этого моста. Я тоже боюсь. Ой, надо было. Ну тут вообще, это не такой мост. Будет кушать. Хорошо. Все, поехали. Давай.